Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про выставки собак. Каждая выставка собак – это очень зрелищное и яркое событие. Для участников мероприятия это возможность показать своего питомца во всей красе, а для зрителей – шанс узнать больше о самых разных породах собак. Как устроен мир собачьих выставок, какими они бывают и как можно подготовить своего питомца к подобным мероприятиям? Давайте разбираться. Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про выставки собак. В большинстве случаев выставки собак проводятся с двумя целями – образовательной и зрелищной. Такие мероприятия направлены на популяризацию и усовершенствование самых разных пород лающих. На выставках заводчики, владельцы питомников, кинологи из разных городов и регионов общаются между собой, расширяют свои знания, получают возможность оценить и сравнить уровень работы различных клубов и питомников. Выставка состоит из нескольких выставочных рингов, на которых в течение мероприятия между собой сравниваются разные группы собак. Сначала эксперты оценивают экстерьер и породные черты внутри одной породы, а затем сравнивают представителей разных пород, относящихся к одной группе по классификации. В конце выставки лучших из лучших ожидают бесты – соревнования за титул лучшей собаки выставки. Иногда в качестве дополнительных мероприятий во время выставок проходят конкурсы с оценкой творческих способностей питомца. Например, выставки могут сопровождать чемпионаты по танцам с собаками или собачьему аджилити. Выставки бывают всепородными и монопородными, когда между собой соревнуются только представители одной породы. Также есть региональное отделение. После городских и областных идут выставки выше статусом – всероссийские, а затем уже международные. Успешная выставочная карьера питомца складывается из трех элементов. Первый – конкурентоспособные экстерьерные данные. Не только собака должна иметь хорошую генетику, но и владелец должен тратить много времени на уход за своим питомцем. Второй элемент – чемпионский характер собаки. Питомец должен сам любить участвовать в рингах и иметь послушный, спокойный характер. Без этого звездой выставок не стать. Третий элемент – правильная подготовка к выставке. Перед первым участием в выставке обязательно нужно позаниматься с хендлером, специалистом, который представляет собак на выставках. Он научит вашу собаку правильно вести себя на ринге и расскажет вам о всех нюансах того или иного выставочного мероприятия. После этого вам нужно будет зарегистрироваться на ближайшую выставку собак и подготовить все необходимые для нее документы. Как правило, это ветеринарный паспорт с отметками обо всех прививках, справка F1 и копия родословной. Итак, теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы о выставках собак. Участвуйте со своим питомцем в выставках. Правда, помните о том, что подобные мероприятия должны быть удовольствием не только для вас, но и для вашего любимца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!